Всем доброго, бодрого дня, дорогие друзья. Пятница, это значит то, что FIFA прогноз снова в эфире. И, как всегда, мы в студии. Роман Плинсков, Игорь Белоногов. Игорь, привет. Салют. Финал сезона. Да. Что у нас? Какие матчи играем? Где чемпионы еще не определены? Ну, не самое интересное, короче. Они много где, но самое интересное — это Италия, где впервые за... Как мы в прошлый раз говорили? За очень много лет, да. Короче, Милан очень близок к тому, чтобы стать чемпионом. Это самая интрига, поэтому мы решили вновь попробовать Милан сделать, да, чемпионом. Да, причем предыдущий матч, мы угадали прям точный счет, 2-0 Милан одержал победу, в реальности точно так же и было. Так что посмотрим, как они сегодня с Сассуоло у нас сыграют. Ну, давай перейдем к коэффициентам. Коэффициентам, кто как видит. На победу Сассуоло, ну, в нее вообще не верят, от 6 до 6,5. Победа Милана 1,45, 1,47, ничья 4,70, 4,90. Если я не ошибаюсь, то ничья тоже помогает Милану одержать победу. Да, им просто не проиграть нужно. Вот. И остальных не волнует совершенно. Знакомая ситуация, но вот 21 числа у нас тоже такая будет в нашем городе Казань, Рубин, Уфа. Вот жалко то, что вот здесь нет. Да. Вот сыграли бы этот матч за выживание. Ну, давай представим просто, кто из них Рубин. Ну, Рубин, получается, Милан. Они же выше по турнирной таблице. Ну, не сильно, но да, в общем-то, да. А это пускай будет Уфа. На 2 очка отстаётся. Нормально, да. Лучше Милан, конечно, все-таки. Да. Милан Сассуоло. Заключительный тур итальянской серии А. Вот он, финал серии А, долгожданный для Милана. Наконец-таки, вот спустя столько лет, может стать чемпионом. Осталось только, получается, сегодня мне за Милан не проиграть. Да. Еще. Хотя они же могут еще рассчитывать на то, что Интер споткнется об Фиорентину. Да, там, по-моему, Сампдория. Сампдория, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот уже опасно. Сампдория там... что-то близко к зоне вылета, поэтому рассчитывать на такое, наверное... Ну, можно, конечно, но... Лучше все-таки от себя отталкиваться. Лучше выиграть в последнем матче. Да. Чтобы не чисто на фарте, а вот чистая победа, все вот как полагается, все по красоте. Так, а где? Он сзади, что ли, у меня остался? Кто у тебя сзади остался? Эрнандес. Ой, какой хороший пас. Жиру. Да и вот так надо попробовать. Нормально, попробовал. Защитника убрал. Свободный коридор пробил. Мессиас. Ага, ой, как хорошо очень, прошли. Очень легко быстро. И в ближний. Нет. А вот сейчас не пошло. Эх, сейчас не пошло. О, Эрнандес, хороший перехват, прям суперский. Что-то у тебя сзади пока тусуются. Ну, а что ему бежать вперед, когда тут есть тоже довольно-таки быстрые бегунки, например, Жиру. О, да, сколько, 50 скорость там. Ну, и лет тоже, и скорость. Ну, это опыт. Да. Теперь побежали? Теперь побежали, ага, я вижу то, что ты мне прессингуешь, а ты догони сначала. Оп. А, вот Эрнандес пошел, да? Ушел! Ай, слился с газоном. Это кто там слился с газоном? Не успел посмотреть. Брайан Диас. И на дальнем. Не-не-не-не-не-не. Ой. Спокойно. Кстати, вратарь Милана, по-моему, получил там что-то, какую-то наградку. Типа, самый топовый вратарь. Топ-5 лиг. Заслужил, что? Типа, и сухарей достаточно, и коэффициент надежности. А лучше вратарь Франции Донарума. Ну. Почему-то. А у них, кстати, статистика, по-моему, одинаковая. Это у Маньяна, или как он там, Маньяк? Маньян. Ну вот. Донарума-то матчи раза в два меньше провел. Ты не считал, уже сам сказал. Я, честно говоря, удивлен, что мне дали. Но ну, все равно спасибо, порадовался, да. 0-0 после первого тайма. Статистика. Статистика следующая. Чего? Чего?
ожидаемые голы у меня 0,4, а у тебя 1,4. Я думал, наоборот будет. А у тебя когда были прям такие, чтобы на галешник момент? Ну, я у себя тоже не помню, но вот ты у тебя как-то тоже, да. Ну, такой, типа, ровненький тайм, 1-4-0-4. Ну, что ж, у меня ударов больше, я не знаю. Угловых. Угловых тоже. Ладно, давай второй тайм. Вот там развязка. Развязка. Это же тоже в целом Милан устраивает. Вот это вот нолики на табло. Ну, это-то да. Но хотелось бы, наверное, победить все-таки в матче. Хорош. Очередной Трауре. Хорош. Тонали. Немножко сбил хотя бы темп атаки. Хорош. Очередной Трауре. Оле. О, сколько у него звезд на финтах, интересно. На нарках точно 5. Хороший очередной Трауре. Ты говоришь, на нарках 5, так пенальти же нет. Тоже верно. 4 получается. Какой милая у вас фамилия. Эх, эх, эх. Как же повезло сейчас. Так. Да ладно, скамейка осталась нормально. О! О, пора. Надо. Да, надо, все. Надо. Златан, братуха, выходи. Вперед. О, сейчас. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Хорош, стоим. Вынос. Не успел. Что там? Не успел вынести. Да. Нет, не буду менять. Ибра! Ой, головой. Вот еще пошли удары. 10 минут еще. 10 минут. Ну куда? Хорош. Стоим. Давай ты пропустишь, чтобы у нас был 1-0 в пользу Милана. Не надо забивать, не надо тебе забивать. Нет, нет, нет. Не будет такого, что Сассуоло выиграет. Так он пока и не выигрывает. Хотя по финансам-то это было бы наоборот приятнее. Да и Сассуоло тоже. Один ну балл. Ну все, уже не успеешь. Ну все, вноси и это самое. Да. Да, 0-0. Вообще без голов. Да без моментов. Что ж там говорить. Ну, знаешь, редко у нас такие программы получаются, когда вообще не забиваем. Да. Но под конец Милан прямо продемонстрировал очень интересное. По ожидаемым голам 0-8. Откуда столько у Сассуоло моментов? 13 ударов, у Откуда? Милана 3. Причем они играли в атакующий футбол. А Сассуоло нет? Угу. Странно, а мы точно странно. Теми джойстиками странно. Управляли? Вопрос. Странно, безусловно. Ну, 0-0, и Милан, получается, чемпион? Оформляет чемпионство. Да. Скудетто уходит туда. Итак, 0-0 в матче Милан-Сассуоло. Сассуоло-Милан, они же играют в гостях, но... Россонери оформляет Скудетто. Насколько правдивый этот прогноз? Да, мне кажется, вот ты сам сказал, Сассуоло очень неудобный соперник для некоторых команд. То есть, поэтому они могут так в последнем туре чуть-чуть, так знаешь, так наподлить, что ли. Но я не думаю, то, что Милан вот так вот 0-0 и одержит победу в чемпионате. Нет. Уж выиграют? Я думаю, то, что все-таки выиграют. И со счетом где-то, наверное, 2-0, 2-1. Угу. Ну, так будет, безусловно, спокойнее. Но такой вариант вполне возможен. Раз такой с нервишками, конечно, да. Там они, по-моему, с Интером параллельно играют, да? Ну, скорее всего, да. Но в один день точно, во времени не помню. По-моему, тоже там одинаковое время. Но Интеру надо молиться, что Милан проиграет, но такого не будет. Нет, не будет. Ну, вот как на правах болельщиков Ювентуса получается тоже. Бело-черный. Ну, у тебя часть Фиорентины еще, по-моему, есть, да? Нет, ну, я только Пьемонте Кальчо все. А, понятно. В общем, Милан должен стать чемпионом, по нашему мнению. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас ввели эту программу. Завершаем чемпионаты вместе с вами. Пока.